Заинтересованные лица учеников – лучшая награда для Натальи Тачановой. Каждый ее урок – это увлекательный интерактив с использованием красочных слайдов и интересного раскрытия темы. В подготовке занятий она подходит с большой ответственностью, старается объяснять детям все максимально доступно, вовлекает девочек в процесс. Технологию она преподает уже 31 год. Около 18 из них в Видновской гимназии. Выбор профессии, наверное, это та случайность, которой я сегодня очень благодарна. Потому что я поступала на физический факультет МГПИ имени Ленина. Но в силу того, что была в этот период Олимпиада проводилась, наш факультет разделили на два направления. И я попала на факультет общетехнических дисциплин и труда. Будучи по натуре человеком творческим, в своей работе Наталья делает акцент на то, чтобы каждый ребенок мог проявить себя. Большое внимание уделяется созданию авторских работ, часть которых наша героиня представила на конкурсе педагогических работников Московской области. Это народный костюм, поделки в технике валяния, также из полимерной глины. Еще один аспект деятельности Натальи Тачановой – изучение народных традиций, культуры и промыслов. Детям такой подход к образовательному процессу по душе. На занятия технологии они идут с удовольствием. Она нам все показывает, и даже когда нам нужна помощь, она нам рассказывает, помогает. Она очень доброжелательна, она все очень хорошо объясняет. И, ну, в общем, учитель то, что надо. Такое же мнение выразило и жюри конкурса педагогических работников Московской области. Они по достоинству оценили работу Натальи и присудили ей звание лучшего учителя технологии. Торжественное награждение проходило в Доме правительства Подмосковья, где учитель из Видного еще и провела для коллег несколько мастер-классов. Я приехала с конкурса, переполненные эмоциями, я сразу обратилась к администрации, что мы можем уже сегодня предложить школе в рамках современных технологий. Второй момент. Когда вы входите в зал, а тебя люди узнают, приветствуют, рады с тобой общаться, потому что многие побывали у меня на мастер-классе, то это тоже очень приятно, и это является признанием твоего успеха в том числе. Успеху Натальи рады и коллеги по гимназии. Они не удивлены такой награде. Знают, она человек очень активный и компетентный во многих вопросах. Эта награда достойна победителя. И такими учителями гордится не только гимназия, гордится наш район, гордится наш город, гордится вся Московская область и должна гордиться. Потому что о таких учителях, как Наталья Николаевна Тачанова, можно рассказывать бесконечно. Креативный, добрый, творческий, инициативный. Вы знаете, все прилагательные, все тропы, которые можно только использовать, можно применить к Наталье Николаевне. Будучи классным руководителем 10 класса гимназии, вместе с учениками Наталья Николаевна посещает различные музеи, театры, ходит на каток. Дети и их родители гордятся своим лучшим педагогом Московской области. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.